Друзья, всем привет на канале Просто Германия. У нас сегодня рубрика «Канализационные люки Германии как часть истории городов и поселений». И речь сегодня пойдет об еще одном канализационном люке в городе Франкенталь, который находится между городом Вормс и Мангеймом, как его многие называют, в земле Райн-Пфальц. Этот канализационный люк говорит нам о том, что в 1577 году город Франкенталь получил права города. В то время права города означали, что город мог вести независимую жизнь, экономическую, политическую, и, соответственно, мог развиваться в плане экономическом и также политическом, иметь свое самоуправление и какую-то свою линию поведения. Соответственно, благодаря этому в городе начали активно образовываться всевозможные экономические гильдии, цеха. Ну, на сегодняшний день мы скажем, это рост предприятий, которые занимались производством, ну, например, фарфора, или ткали, там, или что-то ковали, да, то есть всевозможные вот такие производства. Ну и это обеспечивало приток населения, ну и рост налоговых поступлений. Соответственно, эта дата знаменательная для жизни города. И таким образом, когда вы смотрите на вот этот канализационный люк уже современный, то вы, в принципе, понимаете само развитие города и какие-то важные события, даже если у вас нет экскурсовода. Ну и, соответственно, в это же время был также сделан вот этот вот герб города, лев, держащий державу, и треугольный камень на щите. Если в цветовой гамме, это желтое, черное и красное. С этого времени город получил свой герб, и он есть до сих пор на всех флагах Франкенталя, его изображают. Так что обращайте внимание на тротуар, по которому вы идете в городах, и что-то интересное всегда можно там найти. Если вам это видео было интересным, поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и я вам желаю прекрасного настроения.